Я в эфире, да. Ну смотри, байка в том, что мы в одних из первых видео мы говорили по поводу вот анзовских валиков, да, фирма Анза, и шубка, вот Олег говорил, зеленого цвета есть, красного и еще есть какая-то, я не помню. Но они отличаются от высотой ворса, ну и как такой густотой, высотой. То мы тогда пользовались красной, но это была эскаровская грунтовка. Потому что она давала такую, вот если ближе показать, вот когда веду, вот это пена, вот пена. Вот она эту пену дает, получается, да, эскара. Сейчас она почему-то испортилась, то ли ее начали разводить больше, она не дает такой уже пены, просто водичка какая-то. И вот Олег уже говорит, что берем фирменную и спрашивает меня, говорит, вот что она тебе напоминает? Ну для меня, вот как Олег говорит, придумал ты байку, вот ты и рассказывай. Ну, вот я вам рассказываю. Такой вот густота разводить ПВА, разводить до густоты, вот вроде вы с жидкого пакета наливаете кефир так через узенькую дырочку такой. Вот налили, и вот с пузырями, с этими, со всеми, вот это один в один, вот это вот сейчас кефир. Вот такой густоты. Ну, чтобы они понимали, приблизительно это 4 литра воды и 1 литра воды. Ну вот Олег подсказывает голос за кадром, 4 литра воды и литр клея. Приблизительно вот это оно будет. Но вы там уже сами по месту как бы пробуйте. Но самое интересное, вот самое важное, что мы хотели добавить, и вспоминаем с тех самых первых наших разговоров по поводу грунта, что вот это вот, вот этот момент этой пены, вот этой пены. И тогда потеков у вас не будет, они легко убираются. То есть мы грунтуем вот этой пенкой. Поэтому залишайтеся з нами, далі буде ще цікавіше. До нових зустрічей.